Продавец в маяке перематывает обои из одной стороны в другую. Обалдеть. Почем рулон перемотать? 800 рублей. Сколько? 800. Во. Ребят, обращайтесь, кому надо. Рулон перематывает за 800 рублей штука. Магазин «Маяк». Лиц показывать надо не буду. Тут по татуировкам все догадаются. Все хорошо, мы это понимаем. А зачем перематываешь, ну-ка скажи за камеру, на камеру? Чтобы картинка совпадала. Вот, чтобы картинка совпадала, нужно рулон перемотать. Какой за сегодня? Пятый, шестой. О, пятый. Вот такой маленький.